проводами нашпигована. Десятки мониторов, как сетчатка насекомого. И на экранах копошатся незнакомые букашки, пешеходы безучастные, как роботы. Он входит, не включая свет, он начальник здесь. Он ставит чай, предпочитая для начала сесть. Ведь он уже не молод, опыт за плечами есть. И с каждым годом он все чаще ощущает смерть. Зато перед его очами вся людская сеть, вся людская суть. Камеры вещают и вращается земная твердь. Бликов зрачках не счесть, он верховный наблюдатель, а это большая честь. И он сидит перед светящейся стеной из дисплеев, застывший, будто ящерица в зной, и глазеет. Другому было б страшно и темно, он уставившись чутно таращится в бездонный телек. На мониторах лабиринты, коридоры, садомиты, переломы, вечеринки, передозы. Должники и кредиторы, от элиты до низов, за многоликою толпой он следит и мониторит. Где-то трое лбов избивают больного, надев на него жабо размалеванного каком. Где-то хоронят детей образцового, дед дома, но за ними дед Ова глядит из телескопа. И лишь когда свет фонарей за шторами погаснет, он поправляет на рукаве желтую повязку и, заперев свою землянку крепко на ночь вдаль, уходит, стуча по асфальту белой палочкой.